Всем привет, дорогие друзья! Слава богу, я с голосом, но я все равно сильно стараюсь не разговаривать громко, потому что хрипотца, так сказать, проскакивает. Вот, занимаюсь делами по хозяйству, как обычно. В общем, у нас, можно сказать, 3 недели осени шли дожди, такие, знаете, проливные, грязища, вообще кошмарно. Сено все намокло, примерзло, и его никак невозможно было сдернуть с места. Поэтому вот просим фермера, чтобы приехал, нам его и скинул. В этот раз он разбросал побольше рулонов, чтобы часто ему не кататься. Вот, и также я там в начале скирды попросил, чтобы он скинул сено худшего качества. Почему? Потому что у нас сейчас морозы давят 30-ку. Вот, и я понимаю, что если оно у нас долежит до весны, его корову весной жрать не будут просто. Вот, надо его сейчас кормить. Поэтому я вам сейчас покажу там, какое качество. Ну, вы, думаю, сами поймете. В общем, есть вот такое, которое прям зелененькое, вроде хорошее такое. Но оно мелкое. Ну, я думаю, вот это будут они есть. Вот это навряд ли, я думаю, как положим, так и заберем. Потому что оно, знаете, такое, никакой питательности в ней нет. Оно прям сухое. Вот, ну, поэтому будем кормить в морозы. Посмотрим. Сено идет ого-го. Не знаю, хватит, нет. Сейчас попросил еще фермера, чтобы оставил 10 рулонов. В общем, посмотрим. Руки мерзнуть не могу. Побегу я управляться и греться в сарай. Так, друзья мои. Ну, у нас вечерняя управка. Фронт работы огромный. Сейчас мне нужно почистить у свиней, почистить кормушки у коров, всех напоить, накормить, почистить навоз. Вот, ну, придется вам побыть со мной этим вечером. Так сказать, управляться так вместе. Вот, эти носятся, блин, надо чистить у них. 2 дня не чистил. Вот, ну, сейчас я у коров труху, которую достану, я потом им постелю. Они как раз переедят там палочки, которые попадаются, ну, все-таки зелень. А, в общем, им полезно. Пусть переедают, а потом вычистим. Так, ну что, дорогие друзья, вам приятного просмотра, а мы управляться. А что это за красивая мосечка тут? А? Что это тут за красивая мосечка? Что это за красивая мосечка тут? Ромашка. И рябина тут лезет. Розовый нос. Не откусывай только мне палец, ладно? Ромашка. Рогатая какая стала. Ты выброжулька, а? Чё орёте, кукуреки? А вы чё пищите? А? Паразитки. Прибил бы, была бы моя воля. Ой, вредные. Дай ухо свое. Чё, Барсик, думаешь, у него тоже, да, надо чистить? Чё там, уже хана все?
Да, Барсик, у него грязно тоже. Ну что, будем чистить, да? Будем? Морда. Давай, чистить так у всех. А вы что, мадам, смотрите, стоите? И у вас надо чистить, и кормить вас надо, да? Тетя Буся. Тетя Ноча, он стоит, облизывается. Ты моя рогатая красавица. Тебя Ночка так, что ли, облизала? Весь лоб мокрый. А? Ночка тебя облизала. Стоит лошадь, блин. Так, ну, у поросят я почистил. Съеды от коров им труху эту набросал. Сейчас они вон ковыряются в ней. Уже и нагадили, а? Вот вы не могли раньше? Куда ты на нее прыгаешь? Бестолочи. Ну все, пусть они теперь здесь роются. Мне надо вывозить то, что я от них выбросил. Потому что эти уже все орут, стоят коровы. Хотят пить и кушать. Мама уже начала поить. О, Петька. Линяют. Видели хвост какой? Красивый. Че, пьют? Меня. Кто это? Как ее? Березка? Березка. А, Эльза? Будучая. Ты маленькая мосечка. Это на мосечка. Че ты его уговариваешь здесь? Чтоб он воду пил? Да. Султан, пей давай, пей. Ну попей. Еще и уговаривает его. Пенделя ему надо дать. Надо. Не хочет. Доставь ему, он выпьет. Ну все, у поросят почистил, осталось дело за малым. Вывести все туда на кучу и потом уже заниматься коровами. Он термитник какой. Наготовил, блин. Все, я в рейс ухожу. Дай нос поцелуй. Эй, вкусный. Только ненадолго. А? Только ненадолго, не на 3 месяца. Я быстро. Я обещал вернуться. Я приду с закатом. Друзья, открыл я рулон, который говорил, качество не очень. Смотрите, какое оно офигенское. Оно прям зеленющее. Мелкое, конечно, но, думаю, съедят. Хороший рулон попался. Там просто я видел 2 штуки, прям вообще никчемные. Ну вот сейчас я им как наложу. Они как наедятся. Красота. А зеленое какое. Так, здесь немножко подстрела, но ничего. Она не пропавшая, просто как изморозь. Так, ну все, друзья, управка почти закончена. Сено раздал, здесь едят, тут едят, вон лопают, тут тоже все едят, вон эти едят, товарищи, подружки,
эти едят. И едят эти подружки. Вон, наяривают. Много я им не накладываю, потому что они не передают, все выбрасывают. Потом, как подоим, я им еще подкладываю. Да? Красотень. Мама, он уже сметает все. Сейчас осталось навоз вывести. И все, и можно идти в дом пить чай. Вот такая вот красота. Надо этих двух подруг проректалить. А я все хожу, блин, слоняюсь, не знаю почему. Наверное, завтра, да, или сегодня? Завтра? Давай завтра. На завтра у нас так работы много. Завтра надо же еще это, уток убрать. Ну да, надо купить баллончики. Так, я за корытом пошел. Лопата вот. Работает погрузчик. Что там соскребаешь? А, там натоптано, наверное, на этом. О, лопает. А что ты воды не дала, как ты мне говоришь всегда? А ты свиней кормил? Да. А что там у него воды нет? Вот так же. Блин, как без опилок плохо. Смотрите, они какие все грязные стали. Капец. Ну ничего, в декабре появятся. Будут чистые, блестящие котелы. Так, ладно. Хватит трындеть, надо делом заниматься. Так, мои пернатые друзья, давайте на место заходим. Уже вечерочек. Лисы по деревне ходят. Давайте, 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 заходите. Давайте, давайте, на место, на место, на место. Заходите, заходите. Ну-ка, гусь, веди их на место. Я вам там насыпал. Давайте, чопайте. Кучки. Куда пошла, старушка? Давай, давай, давай. Заходите на место, заходите. А какой селезень с белой шеей красивый пошел. И уточка такая же. Надо будет выбрать, кого оставить на племя. Если буду оставлять. Ну что, друзья, как-то так прошла управка. Пока навоз дотащил, у меня усы белые были. На улице больше 30-ки, вообще холодно. Ну, думаю, по моей морде видно, что она красная, обмерзшая. В общем, фух, все, управились. Так, дорогие друзья, всем огромное спасибо, кто писал комментарии с поддержкой, чтобы я выздоравливал поскорей. Видимо, это мне и помогло. 2 дня вообще шипел и так разговаривал, не знаю почему. Вечером было все нормально, утром, блин, глаза открыл, хотел что-то сказать, не понял, думаю, что за фигня, вообще ничего не говорить. Главное, ни горло, ничего не болело, вот просто голос пропал. Ходил, шипел. Вот, завтра будем ректалить с вами двух красавиц, потому что надо все-таки подтвердить, стельные они, не стельные, готовить их к запуску. Ну, даже если готовить к запуску, то только весной, потому что они сейчас будут еще всю зиму доиться. Малышка хорошо держит удой, Милка так себе. Ну, доить ей что. Вот. Ну что, дорогие друзья, у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, кто не подписался. А я желаю добра и здоровья. Всем пока и до новых встреч.